С детства я уже мечтала о профессии педагога и не понаслышке уже была знакома с такой профессией, так как моя мама является тоже педагогом, учителем русского языка и литературы, и мне уже было интересно с такого маленького возраста, что из себя представляет такая профессия. Мне кажется, она заряжает энергией, особенно если работать с маленькими детьми, ты у них что-то получаешь взамен, какой-то вот подъем жизненный, и даже некоторые моменты жизненные, они тебе подсказывают, как дальше идти, может быть, какие-то даже каким-то опытом делятся, и ты своим опытом с ними делишься. Мы учим писать, рисовать и, конечно, в целом жить, но вместе с тем значение учреждения дополнительного образования, оно, наверное, в жизни ребенка не меньше, чем общей образовательной школы. Зачастую приходится сталкиваться с тем, что именно здесь ребенок обретает себя по-настоящему, он раскрывается совершенно по-другому и часто связывает именно с реализованными программами доп. Образования свое будущее, находит свое призвание. Наши учреждения дополнительного образования, они уникальны. Уникальны они еще и тем, что с детства прививают ребенку любовь к искусству. И вот такие таланты, которые сейчас работают в филармонии, играют сегодня у нас на сцене, появляются из выходцев из наших учреждений доп. Образования, потому что именно вы закладываете тот фундамент, тот необходимый фундамент, на котором потом строится дом под названием талант.